Могилёвский облспожил союз, поширая сетку дискаунтеров «Мегаопт». Был открытый 9-й объект на Могилёвщине, а для Шклова это стал другой магазин сетки. В Шклове открытие Мегаопта ждали. Дискаунтер оказался именно в том районе, где был необходим. Раньше на его месте был магазин, который закрыли. Это доставило местным некоторые неудобства. Буквально вчера мы ездили за мукой в центр. Вот, и теперь можем в шаговой доступности все приобрести необходимое. За небо ясное, за мысли чистые, дела прекрасные, сердца лучистые. Мегаопт – это когда в одном месте можно купить практически все, что нужно хозяйке дома. Здесь продукты на выбор – мясо, молочка, а еще и бытовая химия. Несмотря на то, что помещение магазина меньше, чем у других объектов сети, ассортимент товара не убавился и составляет более 1000 наименований. Такие магазины есть у нас же, у Нермани. Ну, тут видим, что ассортимент такой самый, и очень благодарны за все. А еще Мегаопт дружит с жарой. Холодные напитки, мороженое и, конечно же, кондиционеры. Все для тех, кто вышел на улицу в 30-градусную жару. Молочка и мясо хранятся в специальной холодной комнате. О качестве не стоит волноваться. Ну, вы знаете, сколько покупали колбасы и мясную продукцию, никогда не было никаких жалоб, ничего. Все всегда свежее, по срокам всегда все. Главная фишка Мегаопта – красные цены. Здесь минимальные надбавки на товары, что делает сеть дискаунтеров по-настоящему народной. Стараемся сделать так, чтобы нашему простому человеку, нашему любимому белорусу было хорошо и приятно в нашей сети. Дискаунтер «Мегаопт» работает в городе Шклове по адресам улица Советская, 67, и улица Молодежная, магазин 16.